Маркировка «Сделано на Кубани» означает не только место производства того или иного товара. Это знак качества. Его присваивают по результатам краевого конкурса, который проходит по поручению главы региона с 2018 года. Победители имеют право в течение 2 лет размещать на упаковке своей продукции маркировку «Сделано на Кубани». Этот знак разработан в целях популяризации и повышения качества продукции, произведенной на территории Краснодарского края, а также для защиты товаропроизводителей от подделок. Широко товары региональных производителей представлены среди таких групп, как молочная продукция, крупы, вина. Эти товары пользуются особым спросом, поскольку наш край благодатный и этот товар широко распространен. Представленность порядка 25-30%. На полках можно найти товары как крупных производителей, так и небольших фермерских хозяйств. Ведется работа с руководителями федеральных сетевых предприятий розничной торговли на предмет импортозамещения. Все больше на полках магазинов появляется товаров именно российских производителей. Наша цель – это обеспечить жителей и гостей города качественными товарами по приемлемым ценам. Все товары регионального производства на полках сочинских магазинов выделяются так называемыми ценниками-стоперами – краевой или кубанский производитель.